Короче, привет всем. Моя подруга Марго устраивает ее первый именной гиф. Если ты хочешь стать ее спонсором, то пиши на эту страницу. А у меня утро. С добрым утром! Кто еще не слышал, я устраиваю гиф, и уже идет набор спонсоров. Если ты хочешь 10 тысяч подписчиков от меня в течение одной недели, пиши. Все-таки утром сходить в душ. Это просто такое ощущение, как будто вот ты только что с рая спустился и давай. Я ненавижу таких людей, которые пишут сами «Привет», и когда я им отвечаю взаимностью, они начинают играть со мной игру эту. Типа «Я стесняшка, миссис стесняшка». Хрен вам, в блок вас всех таких ужасных. Это что такое? Что за бред? Ну не, реально. Это что за балды? Блин, это не бала. В общем, на вопрос, где я живу, уже не раз отвечал, но ладно, еще раз скажу. В США я, в Америке я. Все, пошел я на работу. Многие меня спрашиваете, где я работаю? Вот здесь я работаю. Васа я. Васа. Инстаграм. You know what I mean? Инстаграм, boy. Это очень легкая работа. Вот он сейчас разговаривает по микрофону с человечком и сразу готовит сэндвич. Легко.